Погнали смотреть, нюк. Пик ванвин. Ванвин за атаку начинают. 4 армора у форвард, плюс киты со смоком. Так, здесь пытаются мейн зайти, но Доси спробуем находить по одному фрагу. Трэвис минус 2 оформляет. Гибает дека на улице еще и проблем забирает Гловина. Трэвис уже минус 3 дает в этом раунде. Ну что, мы увидим эйс? Проблем и в мол, остается 2 в 1. Замечает проблем здесь с Трэвиса. Тот начинает прыгать. 5 хп остается. Будку забегает. Ну, первый раунд должны форвард забирать для себя. Возможно, получится бомб поставить. Но это вряд ли. Так, что здесь в чатике было? Как ты игры смотришь 16-10? Это же отмена полнейшая. Да не, вроде норм. Так же все смотрят. Плюс 4 на 3 надо растягивать. Это не очень смотрибельно, на самом деле. Я пробовал. Мне больше. Жег духов, еби их. Так, Дося. Опен находит по флейме. 5-4. Ну, я думаю, все понимают, что у Нюка это КТ-мапа. Поэтому для Ван Вин здесь пятерок нормально будет, шестерок для победы. Лолипоп. Нашел размен. И еще убивает Ксиэла. Можно на Игорь заходить так-то. Там на девятку поднимается двойка. Это Дося. И Мол с Авиком. Забирают Мол Лолипопа. Хороший выстрел. И Лайм еще забирает Гловинга. 3 в 2 ретейк. Дека 1 в 2. Забирает. Дося красный. Ой-ой-ой. И дека красный. Дека сейчас 1 в 3 возьмет. Или же все-таки Дося похоронит. Нет, Дося справляется. Но НТ от дека сейчас было. Молодец, двоих убил. Почти убил Досю, не хватило одного хита всего лишь. Но вроде норм. Да-да-да, забрали первый. Только один девайс засейвили, вроде форвард. Это Моу с Авиком был, по-моему. Потому что бонус 1400. Да, закупаются. Смотрите, вот один раунд всего в Анвин забрали, да? Несмотря на то, что 4-0 был счет, и уже денег нет у форвард. Дигл, 2 МПшки, Фамас, такой себе бай, плюс гранаток нет. А Флейми, Флейми сейчас это, пропустит Досю, он там смог, промутился, смотрите. Дося, не, не справляется с управлением. Ебает от Флейми, здесь в мейне еще накоцал Лолипоп, Лайма. Снова преимущество у Ван Вин. Ой-ой-ой, Лолипопик, куда разошелся? Мол Савика успокаивает его. Все, последний остается. Забирает флеймона. Ну и дека. Ставит точку в этом раунде. 4-2. Денег нет, надо эко делать. Тримлю. Ну, на ЕСЕ народу побольше, потому что там на БК больше шанс, что добавят. Приходят новые люди. Мы знакомимся с ними, общаемся. Вот, на РМР все-таки там более крупные стримеры стримят. Но мне и так комфортно на 40-50 человек. Чат довольно активный для меня лично. Учитывая, что у меня всего лишь там 380 подписчиков, нормально. Лолипоп забирает Мол. Дека еще убивает Ксио. И похоже, байраунд забирает Ван Вин, сравнивает счет. Лутбонус у форвард почти максимальный. Ну, кстати, Доси и Лайм по правду нашли, но здесь Гловин. Смог промутился, 2-2 ситуация, Доси красный. На Б уходит. Игрок Ван Вин, Флейми еще в секрете остается, Доси и проблем. Наверху пока что. Бомба ставится, все, пошла стяжка. Флейми в секрет ушел, проблем будет идти в сторону рампы. Посмотрим, чем это все закончится. Дефьюз китов нету у КТ. То есть у Ван Вин хороший пойдет. Советуется. Ой-ой-ой, Трэвис забирает, какой фликшот. И Мол еще помогает ему под девяткой. Здесь дека. Он читает дека. Он, видимо, видел, что прошел налево. Игрок Ван Вин. Дека погибает. Все. Приемка рампы с 2 ВП от старой гвардии прошел успешно. Но это я в добром смысле. Доси и Моу реально красавцы. Мажор выиграли как-никак. Это легенды КС. Такс. Они выводят за счет имени. Понятно, что тут уже с ними до конца будут, пока совсем не скатится. Но в 1.6 они правда были годные, но понятно, с англоязычными не сравнить. Ага, тут соглашусь. Целая студия прям. Ну вот смотри. У Виплея права на Blast, правильно? И у Майнкаста права на Blast. Ну, насколько я знаю. Или только у IPA. Короче, ну, у таких крупных студий только у них права на Blast. Если я сейчас запущу Blast, меня нахер забанят канал. Просто страйк накинут и все.
Короче, Ванвин, походу, поймали такую чуечку, что нужно обузить апленд. У них потому что это раза три уже точно получилось. Лолипоп. Опенфраг снова находит. Такой раз уже. Но Ксела разменивает. Красный Моу забирает Трэвиса. Зачем он пошел в смог? Конечно, решение странное. Он реально надеялся, что его не будут читать здесь. Ну, не знаю. А когда Стакаункера играет, он уже играет там счет 18-18, Best of 1 встреча против команды Take Aim Gaming, aka TAG. То есть это русская команда СНГ. Плейми дека, ой-ой-ой. По фрагу находит, и дека еще добивает красного Моу. Пропустил я такое. Как вообще? Все, последний винтаг замечает Флейми Досю. Надо сейвить авик. Седьмой для Ванвин. Даже авик не смог засейвить. И не забирает АВП, кстати, в флейме. То есть дека хочет продолжать играть с АК-40. Минимальные, да? То есть я с чатом общаюсь в лайве, поэтому такая тема. Да, Доси красава, реально. Правда, здесь калаш подобрал уже. Не стал до конца играть с галстуком. Я, кстати, еще проблема найдет Трэвис. Могут забирать Ванвин 8. Да, проблем вообще не читает. Ну куда вы переключили? Алло, назад. Смотрим за Трэвисом. Он сейчас будет распикивать жестко. Ну куда, куда, алло? Трэвис. Должен сейчас зачекать. Винты. Да. Забирает проблема. Еще в сайте находится Досян. Досян погибает. 2 в 1 остается Ванвин. Все. Винтах лайм, его на изи будет убить. Трэвис. 6 патронов, правда, у него. Но отправляются. Ванвин забирает 8. 2 в 3 ситуацию. Забирают. Затем у Ванвин. Соответственно, аналогично у Форвард. По раскиду что? Раскид уже потратили террористы. А, нет, они просто решили дропнуть тег и пешку. Окей. Без раскидика. Село находит контакт там на улице, но никто из них не умер. Дося. Проблему контролит поджим. Рампы. Берет есть у Трэвиса. Диффуза никто не взял у Ванвин. Здесь Трэвис поджимает, смотрите. Забирает Досю. Хороший тайминг ловит и второго забирает. Моу погибает. Лайм разменивает флейме. Нужно жить максимально по девятку игроку. Здесь размен по... Ё-моё, Лайм убил проблема. Это опять? Это те же самые? Нет, это Ксиэл убил проблема. Проблем просто два раза от своих откис. What the fuck? Клепанись это. Это что вообще происходит? Два тимкила за два раунда. Кайфовать от КСа. Так, здесь Трэвис с Лолипопом. Поджимают Крики и дают минус 2. Еще красный Лайм. Не-не-не, тут без шансов. Да, я не верю. Дека реально поедет на РМР. А Аункер точно выиграл, я просто не вижу. А зайди на стрим к Смуе. Смуе КС. Я сейчас название напишу в чате. Вот посмотри, у него там точно выиграли или нет. Я просто не знаю, мне чел в чате написал. Вот его Twitch, Смуе КС. Я тебе скинул. Ну вроде выиграли, да. Там допы были против тагов. Ладно, здесь последняя проблема. 11-7 Ванвин забирают. Денег нету у Форвард. Эко будут делать. Минус 12 могут выходить спокойно. Да, все, на ХЛТ матч появился и хит против Benched Heroes. Начинается он через 10 минут. Такая тема. Да, выиграли, вот все пишут. Забирают. Спасибо большое. Не-не, смотрите, Доси и Ксио по фрагу находятся, сопротивляются форвард. Так, звук. Волик 9. Дося в ногу попадает дека. Мог сейчас убить. Ой-ой-ой. Что происходит вообще? Ладно, выход на бомбу ставится дефолтная. Дека в рампе будет идти через лобби, флейми через мейн. Смотрим. Так, сейчас после этого раунда прочитаю чат. Секунду. Ёбушки, 4-2 чуть не залили, Ванвин. Сейчас могут еще проиграть. Доси Савик смотрит, промахивается, разбайчивает его флейми и забирает к Сиэлу. Дека! Дека спинел Доси! На нож будет садить! Нет, просто ноускопит. 13-7, Ванвин забирают 13-й. Но это было сейчас очень, это... дискомфортом, мне кажется, для... Так к ним Лолипоп пришел, составы у них на туре сильно стал. Тут вопрос только в том, как сыграют. Ну да, но они уже, понимаешь, года полтора играют, и максимум их результат это ESL Challenger. То есть они даже на ESL Pro League не вышли.
Здесь лайм опен фраг находит на улице по глоубингу. Типы 5 калашей без раскидки ходят. А кстати, да, реально, смотрите, ну раскидок удос есть. Прикол. Ну ладно. О, Стас, это ты мне, да, ВК написал, я вижу. Привет, привет. Блин, а у меня стрим не упал, что у меня ВК не работает. Ну, вроде же стрим на месяц, да? Напишите в чат 1, 2, 3. Кто на стриме? Так, здесь 3-4 форвард остаются, нашли 2 фрага. Флейми и дека. Дека забирает лайма, еще вдвоем остаются Доси и Моу. Да, да, все, отлично, стрим работает, все, Доси, вас. Поздравляю, Ван Вин с выходом на РМР, ребятушки, все, эту картину потом посмотрю. Все, ГГ, 16-8, или сколько там счет был? За 40...